Европа не молчи. С таким призывом к Европейскому Союзу обратились украинцы. Под стенами представительства ЕС в Украине митинговали несколько сот человек. Они требовали введения жестких экономических санкций в отношении России из-за конфликта в Крыму. Активисты просят Евросоюз отказаться от российских газа и нефти, ограничить сотрудничество с банками и ввести эмбарго на российские товары. Это нанесет ощутимый удар по экономике страны и амбициям президента Путина, заявляют митингующие. Акции протеста также прошли возле посольств Германии, Франции и Великобритании. Стукайте и откроют вам, как известно, если нагласит. Я не знаю, что будет действовать. Вимагати треба по максимуму. Дійсно, тут треба довести им, что это, власне, є небезпека для всей Европы, потому что наступными могут стать Молдова, Латвия, Литва или Эстония. И лучше сейчас Европе сгуртуватися и дать ему понять, что он не такой страшный Путин, как он сам себе малює.